Я забыл, какой я красивый. Я как-то помню. Я такой красавчик, типа. Тут такой, знаешь, думаю, не, я же, наверное, красивый. Не, ну потом обратно такой думаю, не, я красавчик. Потом обратно такой, не, я просто красивый. Даже не знаю, как схватить тебя, моя подруга. Айфошка просто. Ты просто огонек вообще. Я теряюсь, когда смотрю на тебя. Мне сразу хочется в туалет. Кончить, оргазмить. 10 раз, если не больше. Блин, это передняя камера. В 60 кадров. Вот интересно, что в передней камере нету увеличения плюс-минус. Ну, это, наверное, рассчитано, что палку одеваешь, чтобы автомат, короче, не заморачивался. Получается, вот я иду такой, в наушниках играет какая-то фигня. Ну, я как бы уже вот в этом сон не вижу особой радости. Ну, музыка, да и музыка играет, да играет. Фильм и фильм, спать, да спать. Но сниматься, блин, что же, ёханый бабай, айфошка-прошка. iPhone 12, мечта моих страстей. Сшил чехол, короче, для iPhone 12. Да, я сегодня подстригся, кстати. К своему дню рождения. Завтра 1 мая, блин, попадает на рабочий день. Печально, короче, когда выходной день приходится работать. Конечно, выходные хотелось бы отдыхать. Но есть один плюс. Двойная оплата. Конечно, этих денег я особо не вижу. Ладно, вот вроде люди разошлись. Я похвастаюсь, как я сам сделал. Вот такой чехол. Чисто кожаный, натуральный. 100% обалденный, такой приятный. Потому что натуральный. Все натуральное, такое приятное. Даже шнурок приделал, чтобы выглядело так впечатляюще. Внутри, короче, два слоя. Я рассчитывал два слоя на экран, а потом такой думаю, а камера, она же как-то тоже нуждается. Может, потом еще доработаю, сделаю еще один слой. Не факт. Как бы есть такая задумка. Но мне нравится на iPhone именно облака. Я иду, короче, это передняя камера, она еще умудряется снимать облака. Блин, какой счастливый. У меня есть iPhone 12 Pro. Айфошка-прошка. Моя маленькая шалунья. 60 кадров в секунду. Ну, вообще зашибись. Видео получаются четкими, яркими, сочными. Как раз весна, сука. Фу, какая-то тварь. Какая-то тварь прямо мне в лицо. Это вообще, это западло какое-то. Ой. Всякие твари все время мне наразят в лицо. Ну, свинья. Тепло. Сегодня говорили, будет 18 градусов. Я иду в куртке. Ну, потом сказали, будет дождь. Как бы исходя из этого. Такой думаю, блин, дождик, дождь, а что делать? Надо здесь куртку. Взял с собой на всякий случай даже зонт. Сейчас я вас заведу в свое укромное место. Именно там можно ностальгировать. В смысле медитировать. Ай, вообще, сегодня такой прекрасный день. Мне еще на мочевой что-то надавило. О, все, сваливаем. Супер, да? Я живу как в сказке, блин. У меня все сказочно. Ё-моё. У меня сказочная работа. У меня сказочные отношения с бывшей супругой.
У меня сказочные отношения с сестрами, с детьми. Я еще сказочно пасу. Потому что я живу в сказке. Птицы поют. Это вообще просто какой-то love story. Когда есть нужда, блин, нет сил терпеть. Развязать этот кишак, это вообще... Отвернемся, там могут быть люди. И сосредоточимся на струе. Айфон умеет снимать все. Особенно хорошо у него получается с водой. Это просто сказка. Я обязательно посмотрю этот ролик. Я специально взял iPhone 12 Pro, чтобы снимать красивую струю. Скоро может случиться так, что мне придется сделать пластическую операцию. Чтобы меня не узнали. Меня очень сильно узнают. Говорят, мы видели вас в интернете. Страшно развивать подобные темы. Что они там видели в интернете? Я, короче, один ролик смотрел. Типа это. Буфляр обосрался, блин. Да там не то, что обосрался, ну, короче. Просто насрал, короче. И все. Так, реально выложился, так сказать, на все 110%. И что? Вы что, не сряте, что ли? Столько комментариев в пустоту. Как будто нечего обсуждать. Вон прокладки бы обсуждали, ё-моё. Тампоксы какие. Может, презервативы, почему они непрочные, да дети рождаются с всякими дефектами. Да? Короче, наркотики, там всякая залупа. Ай, хорошо быть таким, как я. У меня все сказка. Каждый год Турция и Египет по расписанию. Либо то, либо то. В зависимости, как повезет. iPhone Pro 12. Сказочный телефончик. Сказочный аппарат. 60 кадров в секунду. Я вот сейчас снимаю на разрешение HD. Просто забыл переключить на 4К. iPhone Pro 12 умеет снимать на переднюю камеру 4К. Ладно, встретимся в следующем ролике. Он будет 4К. Счастья, удачи, любви и успехов. Пока-пока. До скорых встреч.